сказал так сборная СБ. Это сбор, это турнир в Китае, это старт этого проекта. То есть люди, которые попали в сборную сейчас, вернее, все те, которые сидят здесь, вы, собственно говоря, то лучшее, все то лучшее, что есть у нас в СБ. Играя внутрь на пик-н-ролле, мы сейчас имитируем с вами ситуацию плоской защиты. Ваша задача сделать активное действие внутрь и не заканчивая, не забирая мяч в руки, отдать через кросс-скрин, поменять сторону мяча. Все скринеры периферическим зрением вы должны видеть игрока, который выходит на подстраховку. Если вы не видите и падаете, соответственно, вы провоцируете фол в нападении. Посмотрите, если с вами защищаются неправильно и закрывают вам выход на керл, вы делаете врывание вдоль лицевой. Это понятно. Если нет, используя два заслона, вы делаете круговое движение вокруг двух последовательных заслонов и делаете движение в центр краски. Ваш финиш-плей. Принципиально, чтобы вы получали мяч и пытались остановиться вот таким образом. Внешнее, внутреннее.